Привет всем! Вот к чему я вернулась сегодня домой с работы. Наконец-то она у меня открылась. Вот она у меня красотулька. Говорят, что они пахнут, но вот еще нету запаха. Вот, смотрите, цветочек махонький, такой крохотный. Такой красивый-красивый. На фотографиях видела, а вот так вот не видела. Вот. Такая вот красотулька. Вот у меня еще их несколько штучек. Еще один бутон их купила. Вот это называется Circle Marlene. Marlene. Вот. Пока я собиралась ее снимать, она взяла, открылась. Хотела вам бутончики показать и все прочее. Ну вот, еще пару бутончиков есть, в принципе. Вот они такие вот махонькие, крохотные. Вот такие упругие листья. Они из, насколько я помню, из серии вандовых. Вот, вот они вот у них листики вот так вот растут, как у ванды. Такие плотненькие тоже. Вот. А, да, вот еще там листик вот маленький еще растет. Но он уже не маленький, конечно. Вот он. Вот. Это у меня уже вырос листик. Вот. Ну, вот так вот будем ждать, пока она вся откроется. И вот они вот так вот каскадом вот так вот ложатся. Они не... их обычно на... Вот как цепляют... фалики не ставят подпорку. Уже не помню, как по-русски называется. Так что будем ждать. Вот. Вот. Если вот так вот присмотреться, вот такой вот прям... Вот издалека он как мне напоминает, как лицо человеческое. Вот, не знаю, конечно, кому как. Вот. Ну, вот все, вот хотела поделиться небольшой радости. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.